Всем привет! Меня зовут Анастасия Попова, и у нас с вами сегодня снова пилатес. Начинаем мы с вами с разминки. Встаем на коврик, босиком, стопы ставим на ширину шага, выравниваем большие пальцы и пятки. Делаем глубокий вдох, выдох, еще вдох, выдох, и еще один, и выдыхаем намасте. С круглой спиной опускаемся вниз, опускаем голову, направляем руки вниз, опускаем плечи. Грудная клетка у нас тянется в пол, позвонок за позвонком, тянем вниз и расслабляемся внизу. Берем себя за локти, колени у нас расслаблены, поясница расслаблена, шея, руки, плечи у нас расслаблены. Покачались из стороны в сторону. Подышали, глубокий вдох, глубокий выдох. Расцепляем руки, стопами толкаемся от пола, колени у нас расслаблены. И ставим мы сначала, покажу боком, ставим мы сначала таз. На таз составляем позвонки и вырастаем. Делаем глубокий вдох и глубокий выдох. Еще вдох, выдох. Круг плечами назад, раскрыли грудную клетку. Еще. 4. 1. А теперь вперед. Закрываемся. Закрываемся. Хороший круг рисуем в плечевых суставах. Еще 2. 1. Соединили плечи спереди. Плечи у нас стремятся навстречу друг другу. И раскрылись. Слегка прогнулись. Потянулись вперед. Плечи у нас идут назад. Закрылись. Большие пальцы ладоней сводим вместе и направляем их назад. Стараемся соединить лопатки. Еще закрываемся. Открываемся. Еще вдох. Ой, выдох, 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 вдох. Угу. Выдох. Хорошо. Еще один вдох. Выдох. Отлично. И руки у нас идут наверх. Локти в стороны. Еще делаем вдох. И разводим локти в стороны. Выдох. Хорошо. И старайтесь прям лопатки постараться соединить сзади. Угу. Вот там сзади. Ага. Еще. Хорошо. Остались здесь. Закрываемся. Соединяем локти и ладони. Раскрываемся. Выглядываем. Делаем вдох. Закрываемся. Выдох. Еще вдох, прогнулись, выдох, спину округлили. Хорошо, еще вдох, выдох, локти держим, 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 держим. Локти параллельно полу, выдох. Отлично, остались здесь. И теперь сзади стараемся дотянуться ладонями до лопаток крест-накрест. Угу. Сделали вдох и поменяли наоборот. Другая рука у нас сверху идет, выдох. Еще коснись лопаток. И другой рукой сверху. Еще. 2 раза сделаем. Хорошо. Еще 1. И сбросили руки. Вдох. Выдох. Наклон вправо. В сторону. Таз оставь на месте. Не уводи сюда в сторону. Ага. Еще. В сторону. И вернулись. Наклон. Угу. Еще 2 раза. И еще 1. Хорошо. И сцепляем ладони сзади. Берем себя в руки. Рука в руку. Колени расслабляем. И делаем наклон вперед. Колени у нас расслаблены. Макушкой тянемся ко мне. Вот сюда в камеру. Угу. Еще. Покажу сбоку. Колени расслаблены, корпус до параллели с полом. Макушкой тянемся вперед. Угу. Еще вниз вдох. Вверх выдох, выталкиваем себя наверх. Еще 2 раза. Вдох. Выдох. Хорошо. И вернулись обратно. Вдох. Выдох. Угу. Еще вдох. И выдох. Хорошо.
Согнули колени и сели в присед. Выталкиваем себя пятками наверх. Вниз, вдох. Выдох, выталкиваем. Еще вдох. Еще три. Еще два. Я верю, ты можешь. Давай, давай, давай. Таз ниже. Хорошо. И поднимаем правую ногу наверх. Сели. Вдох. Левая нога. Выдох. Угу. Делай слитные движения. Не встала, потом подняла ногу. Угу. Или поднял. Я опять все время забываю, что у нас могут быть мужчины на канале. Делаем вдох. Угу. И слитное движение. Остались на одной ноге. Еще. Вдох. Выдох. Умничка. Еще. Хорошо. Угу. И чуть задержимся здесь. Стоять. Остались. Колено в сторону. Вернули в центр. Опустили. Сели. Выросли. Колено в сторону. Вернули в центр. Держись. Еще. Лови себя. Угу. В сторону. Вернули. Сели. Еще три раза сделаем. В сторону. Открыли сустав. Закрыли. Сели. Еще два раза. Хорошо. Вот сюда. Вот сюда. Вернулись. Последний раз. Вот сюда. Молодец. Хорошо. Остались. Вдох. Выдох. Угу. Еще вдох. Выдох. Намасте. И разводим стопы широко. Убираем руки. Стопы параллельны друг другу. Большие пальцы. Пятки у нас параллельны друг другу. Сгибай правое колено. И левое. Таз дальше. Таз отставляем дальше. Руки здесь остались, я показываю. Угу. Вот сюда. Таз дальше отставляешь. Хорошо. Вот сюда. Угу. Не коленом, вот сюда тянемся, да? Пятки прижаты к полу. Еще два. Ага. И еще один. Остались здесь. Развернулись. Стопы поставили параллельно друг другу. Пятка, колено, одна линия, голень вертикальная. Вернулись. Колено согнуто. Меняй. Другое колено. Развернись. Опусти таз ниже. Хорошо. Еще. Поменяй. Таз ниже. Раскрутись. Правая нога у нас стоит. Левую руку поставили. Правой рукой наверх. Вернулись. Угу. Поменяли. И другое колено у нас. Левое. Развернулись без рук. Левая нога впереди. Ставь правую руку. Левой рукой вверх. Раскрывайся. Хорошо. Сделаем еще два раза. Вернулись. Вот сюда. Параллельно. Раскрывайся. Хорошо. Еще. Стоять. Я тоже падаю. Ага. Еще. Опустились. Раскрылись. Возвращаемся. И выросли. Опускайся с круглой спиной вниз. Уходи руками вперед. Угу. Я покажу сбоку. Руками уходим вперед и встаем в планку. Убираем в себя. Втягиваем ягодицы, копчик направляем в пол. Живот в себя. Выпрями плечи. Убери их от ушей. Вытянись. Еще 4. 3. 2. 1. Собака мордой вниз. Йога. Хорошо. Руками толкаемся от пола. Пятками тянемся в пол. Делаем красивый треугольник. Копчик у нас тянется в потолок. Колени можно слегка согнуть. Отстрой спину. Уши между руками. Руки толкаются от пола. И переминаемся с пятки на пятку. Хорошо. Еще чуть-чуть. Ага. Делаем вдох и потянулись двумя пятками в пол. Выдох. 4. Замерли. 3. Еще 2. 1. Подходим к рукам ногами. Крепко ставим стопы на пол и вырастаем с круглой спиной. Колени расслаблены. Поставили таз. На таз составляем позвонки. Выросли, раскрылись. Вдох.
И выдох. Хорошо. Еще вдох. И выдох. Круг плечами назад. Хорошо, отлично. Мы молодцы, это была разминочка. Угу. Делаем вдох. Выдох. Намасте. С круглой спиной опускаемся вниз. Касаемся пола руками. Согнули правое колено и кладем его на пол. Садимся. Угу. Хорошо. И садимся мы в русалочку. Что такое русалочка? Z-сет. Правую голень мы кладем параллельно переднему краю коврика. Левую голень кладем параллельно узкому краю коврика. У нас получается прямой угол между голенями. Вспоминаем геометрию. Угу. То стопы параллельны друг другу, то голени перпендикулярны друг другу, да? Прямые углы. И хорошо, и постарались посадить ягодицы на пол. Угу. Кто сидит вот так, закрутили, повернули таз сюда, ко мне лицом. Ага, вот сюда. И постарались дотянуться до пола. Руки в стороны. Угу. Кладем правую руку на линию таза. Вот у нас линия таза. Левой рукой накрываем себя сверху. Ягодицы мы тянем в пол. Правой рукой отталкиваемся от пола и левые ребра закручиваем еще сильнее. Вот здесь у нас еще больше прогибаются. Угу. Накрываем себя рукой. Выросли. И меняем сторону. То же самое здесь. Левой рукой мы толкаемся от пола, ребра раскрываем с правой стороны. Вернулись. Хорошо. Еще меняй. Закручивай себя. Молодец. Вернулись. Угу. Хорошо. Сделаем еще 4 раза. 4. Убирай плечи от ушей. Тянись грудью вперед. Вытягивай позвоночник. Умничка. Отлично. Угу. Еще 2 раза. Уходим вот сюда. И вот сюда. Угу. Отлично. Ушли на правую ладонь. Слегка согнули локоть к себе. Угу. Не вот сюда, а вот сюда. Развернули и к себе направили. Плечо убрали назад. Выпрямили спину и сделали наклон. Правой рукой мы толкаемся от пола и закручиваем себя еще больше, а левой еще больше накрываем. Плечи убираем вниз и тянемся вперед грудью. Подбородок вперед. Угу. Еще. 4. 3. 2, 1. Ребро ладони клади на пол. Закрывайся. И сейчас правую руку можно чуть поближе к себе. Сейчас мы будем раскрывать грудной отдел. Мы не просто отводим руку назад. Мы грудную клетку разворачиваем к потолку. Большой палец у нас тянется назад. Здесь мы делаем вдох, плечи убери вниз. Угу. И вот сюда мы закручиваемся, делаем выдох. Грудную клетку разворачиваем вот прям к коврику лицом. Ребро ладони на пол. Еще. Вдох. И выдох. Начни с небольшой амплитуды. И постепенно старайся отводить руку дальше. Выпрямляйся грудью, тянись в потолок. Еще. Ага. Закрывайся. Плечи у нас все время тянутся вниз. Сзади мы стараемся, когда разворачиваемся к потолку, мы стараемся лопатки вместе свести. Тянем их английской буквой В к центру поясницы. Угу. А здесь мы расстояние между лопатками, наоборот, увеличиваем. Угу. Мы как будто накрыть собой пытаемся что-то, но плечи мы все время убираем вниз. У нас и наверху, и внизу, вот здесь наверху, и вот здесь внизу у нас все время плечи тянутся вниз. Остались здесь. Положили ладони по две стороны от колена. Вот наше колено. Положили руки на колено. И вот сюда, по две стороны. Сейчас мы будем снова работать спиной. Толкаемся от пола ладонями. Если не дотягиваетесь, неудобно, некомфортно, можно положить две каких-то высоких книжки, например. Угу. Лучше, конечно, купить блоки для йоги. И с ними уже выполнять какие-то упражнения. Потому что книжки у вас будут распадаться. Угу. Ну, либо, не знаю, что-то такое устойчивое. Чуть повыше. В идеале блоки для йоги. Отталкиваемся. А у кого руки дотягиваются до пола, у кого руки стоят на какой-то возвышенности, толкаем от себя
И также округляем спину, плечи тянем вниз. Расстояние между лопатками увеличиваем. А теперь подтягиваем блоки или нашу основу какую-то, или пол к себе. И вытягиваемся спиной. Плечи снова вниз опусти, грудью тянись в пол. Грудью, не носом. Макушка смотрит в потолок. Еще. Оттолкнулись от пола. Оттолкнули его от себя. А теперь тяни его к себе. Раскрывайся, вдох. Закрывайся, выдох, отталкивай. Еще два раза. Вдох, раскрылись. И выдох, закрылись. Еще один. Ягодицу тяни в пол. И закрывай. Хорошо. Расслабились. И выросли ко мне лицом. Голень. Кто не дотягивается до пола, вот сюда, можно поставить ладони себе на колени. Кто дотягивается до пола, положили руки перед собой. Также можно положить руки на блоки. И здесь снова мы работаем спиной. Отталкиваем пол от себя или колени от себя и тянем колени к себе. Пол к себе тянем. У кого пол, у кого колени. Еще оттолкнулись. Плечи убирает ушей. И тяни на себя. Тяни животом к полу. Животом. Еще. Покажу сбоку. Два раза. Оттолкнулись. Округлились. И тяни к себе. Вытягивайся. Ягодицы тяни в пол. Еще. Оттолкнулись. Тяни пол к себе. Хорошо. Остались с прямой спиной. Я развернусь. И здесь... Ослабили натяжение, расслабились. Работаем левой ногой. Руки перед собой, в спину выпрямили. Грудью потянулись вверх и вперед. Левую ногу убираем назад. И сюда, перед собой. Показываем мне пятки. Назад. И пятки. Показываем. Не вижу. Выше поднимаем. Выше подними. Не вижу я твою пятку. Еще. Вот сюда. Хорошо. Отлично. Еще один. Остались здесь. Подкачивай наверх. Выдох. Выдох. Еще два. Спина прямая. Хорошо. Возьми колено и прижми его к груди. Вытянись вдоль ноги. Хорошо. Поставь стопу. Меняем сторону. Левая нога у нас теперь впереди. Правая параллельно узкому краю коврика. Вот прямой угол между голенью. Хорошо? Ягодицы постарались посадить. Руки в стороны. Кладем левую ладонь на линию таза. Накрываем себя правой рукой. Я делаю зеркально, поэтому могу немного путать. Главное, смотрим на меня. На словах могу путать, а делаю я правильно. И на неудобную сторону. Еще. Выровнялись. И наклон. Закручивай ребра. Выровнялись. И наклон. Толкайся рукой от пола, плечи убирай вниз. И выросли. Еще. Хорошо. Отлично. Замечательно. Посмотрим, насколько хватит. Моих запасов синонимов, да? Еще один. И остались здесь. Накрыли себя рукой. Толкаемся левой ладонью от пола. Правой накрываем себя еще больше. Правые ребра раскрываем. Здесь наоборот, они у нас, расстояние между ними уменьшилось. Хорошо. И вырастаем. Кладем руку чуть поближе к себе. Закрываемся. Ребро ладони кладем на пол. Заняли устойчивое положение. Плечи опустили вниз. Раскрываемся. Большой палец тянем назад. Слишком вперед плечо не выводи. Старайся его держать где-то вот на одной линии с тазом. Потянулись назад, сделали вдох. Взгляд в потолок. Закрываемся, делаем выдох.
Таз и грудная... Делаем. Таз и грудная клетка. Вот таз у нас зафиксирован, а грудная клетка вот так крутится вокруг нее, вокруг таза. Угу. Вот так мы раскрываем к потолку, закрываем вниз. Еще раз. Раскрыли. Закрыли. На раскрытии делаем вдох. И на закрытии делаем выдох. Остаемся здесь. И снова либо подкладываем блоки, угу, либо какую-то возвышенность, либо ставим руки на пол с двух сторон от колена. Положили руки на колено и вот просто спустили вниз. Работаем снова спиной. Оттолкнулись. И тянем пол к себе. Ягодицу стараясь тянуть в пол. Угу. Еще. Оттолкнули, округлили. Вытянулись. Вдох. И выдох, выдыхай. Ага. Еще вдох, тяни к себе пол. Толкай его от себя, выдох. Плечи, не забываем, что плечи у нас все время тянутся вниз. Лопатки, здесь у нас расстояние между ними увеличилось. Когда мы тянем к себе, мы лопатки стягиваем к центру поясницы. Угу. То есть вот такое вот движение у нас. Угу. Еще оттолкнулись. И потянули к себе. Хорошо. Отлично. Расслабились. И положили, переставили руки вот сюда, к центру. Напоминаю, можно положить на колени. Тянем пол к себе. Выпрямляемся, делаем вдох. Толкаем пол от себя. Делаем выдох. Угу. Покажу сбоку. Еще. Тянем на себя. Угу. Выпрямились. Животом тянемся в пол. Отталкивай. Плечи вниз уводи. Угу. На спина широкая-широкая. Хорошо. Еще вдох. И выдох. Еще два. Угу. Отталкиваемся. Еще один. Хорошо. И выдох. Отлично. Угу. И... Я повернусь. Руки сложили друг на друга. Правая нога у нас идет назад. Угу. И перед собой. Показываем мне пятки. Угу. Вдох. И выдох. Еще. Угу. Отлично. Замечательно. Супер. Превосходно. Давай еще два раза. Угу. Молодец. Пятки мне показываем. Ягодицы усадили на пол. Угу. Остались здесь. Подкачиваем наверх. 4, 3, 2, 1. Хорошо. Поставили. Подтянули колено к груди. Угу. И вытянулись вдоль ноги. Поставили стопу. Стопа к стопе. Колени в стороны. Взяли за стопы руками. И покачали. Сделали бабочку. Угу. Подышали. И теперь снова мы поработаем спиной. Округлили спину. И потянулись с прямой спиной ближе к стопам. Небольшой наклон. Еще назад. И вперед. Плавно, не торопись. Делай вдох и толкайся назад. Выдох. Еще один. Вдох. Угу. И выдох. Отлично. Вытягиваем ноги вперед и сбросили колени. Сбросили. Правую стопу поставили на пол и поставили за колено. Подтянули бедро к груди, обнимаем как родную. И подтягиваемся животом ближе к бедру. Угу. Правой рукой уходим назад и стараемся руками закрутить себя в обратную сторону. Опускаем снова плечи вниз. Угу. Грудью тянемся вверх и вперед. Подбородок параллельно полу, макушка тянется в потолок. Отлично. Еще два. Один. Расслабились. Угу. Вытянули ноги. Поставили левую на стопу. Поставили за колено. Обняли себя, как родного. Подтянули живот к бедру. Левой рукой. Что-то у меня сегодня... Совсем прям потерялась ориентация в пространстве. Угу. Закручиваем себя назад. Плечи опускаем вниз. Хорошо.
Макушка, тянемся вверх, подбородок параллельно полу. Красиво. Угу. Давай еще два. Один. Хорошо. Расслабились. И ложимся на коврик. Ну как ложимся? Ляжем не просто так. Будем делать ролл-даун. Сидим, стопы у нас стоят. Руки перед собой. Потянулись за руками вперед. Представьте, что кто-то вас тянет за руки. А вы сопротивляетесь и плечами назад тянетесь. Угу. Округлили спину. Делаем вдох и на выдохе. Кладем таз. Округляем спину. Позвонок за позвонком. Поясницу положили. Потом грудную клетку. Лопатки. Макушка. Тут мне шишка мешает. Вам, надеюсь, нет. Руки за головой. Делаем вдох, руки перед собой и на выдохе округляемся от головы. Позвонок за позвонком, начинаем подниматься наверх и снова потянулись за руками. Угу. База пилатеса, давайте еще. Так, кому сложно, вот сюда делаем половинку. Вот сюда откатились и вернулись обратно. Угу. Кто умеет ложиться... Тот у нас ложится, раскручивается. Угу. Легли. Руки перед собой, от головы округляемся. И позвонок за позвонком вытягиваем себя наверх. Кто не ложится, вот сюда округлили. Угу. И вернулись обратно. Выдох. Угу. Хорошо. Еще. Плечи вниз опусти. Угу. Еще. Округляем спину, откатываемся назад, плечи у нас внизу. И возвращаемся обратно. И еще два. Угу. Кто ложится, тот ложится. Угу. И еще один. А теперь давайте ляжем все вместе. Позвонок за позвонком. Хорошо. Руки у нас наверху. Угу. Опускаем руки вниз. Стопы стоят. Вспоминаем, как мы ставим стопу. Однако одно колено у нас прямое. Подставляем к нему стопу. Отводим на линию тазобедренного сустава. Ставим стопу вторую, номер два. Угу. И вот здесь у нас остались стопы. Ширина таза стопы, ширина таза колени. Руки у нас на полу. И мы расправляем ладонями покрывало под собой. То есть у вас должно вот такое вытягивающее движение быть. Угу. И команды отмены не будет в течение всех упражнений. Ладони у нас расправляют покрывало. Прижимаем поясницу к полу. Угу. У нас убрался прогиб из поясницы. Лобковую кость толкнули на себя, приподняли таз. Я руками машу, потому что вам показываю. Вы просто расправляете покрывало под собой. Ага. Лобковой костью тянемся вот сюда за коленями. Простраиваем прямую линию. Колено, наши подвздошные ости, плечо, прямая линия. Позвоночник слегка у нас провисает, как гамак. Мы тянемся вперед лобковой костью. Угу. Делаем вдох, на выдохе округляем таз, держим, да держим здесь, держим, 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 держим. Вот пока не прижмем поясницу. Поясницу прижали, потом только кладем таз. Хорошо? Давайте сделаем еще три таких раза. Вдох и на выдохе начинаем подниматься наверх. Позвонок за позвонком. Простраиваем линии, расправляем покрывало. Угу. Наши подвздошные ости не болтаются из стороны в сторону. Угу. Выровнены по уровню. От колена до плеча одна прямая линия. Делаем вдох, на выдохе опускаемся позвонок за позвонком. Стопы давят в пол. Давай еще раз. Вдох и на выдохе поднимайся. Стопы давят в пол. Напрягается задняя поверхность бедра, напрягаются ягодицы. Угу. Еще наверх. Стоим, 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 стоим. Сейчас я догоню вас. Вдох. Округляем спину, выдох. Угу. И расслабились. И теперь поднимаемся наверх. Простраиваем линии. И поднимаем правое колено. Левая стопа давит в пол. 3-9. Вспоминаем, я в прошлый раз рассказывала про тазовые часы, про циферблат, да? Подняли, опустили. Угу. Не теряем линии. Наверх выдох.
Ага, и возвращаем вдох. Я рассказывала про тазовые часы. Делаем. Поднимаем ноги. Если представить, что живот – это наш циферблат, пупок у нас 12, лобковая кость 6, и вот эти подвздошные ости, вот эти выступающие косточки, да, это 3,9. Вот и их мы выравниваем на одну линию. Угу. Что, продолжаем счет, да? Ага. Хорошо. И еще. 1. Не качаем тройкой и девяткой. Поставили. Да, напряглось. Ага. Угу. Опускаемся вниз, позвонок за позвонком. Подтягиваем колени к груди и расслабляемся. Подышали. Покачались. Хорошо. И нам нужно будет еще немножко модифицировать наше упражнение. Поэтому возвращаем стопы на место. Угу. Выравниваемся. Ладони у нас расправляют покрывало. Мы делаем вдох. На выдохе поднимаем таз, позвонок за позвонком. Отстраиваем прямую линию от колена до плеча. Поднимаем ногу. Вытянули. Угу. Согнули колено. Поставили. Еще. Подняли. Вытянули. Согнули. Поставили. Угу. Еще. Вытянули. Согнули. Не теряя линии. 3,9, напоминаю. Угу. И колено-плечо. Согнули. Разогнули. Согнули. Вернули. Еще. 4. 3. 2. 1. Два раза сделаем. 4. 3. 2. 1. Последний раз. 4. 3. 2. 1. Хорошо. Позвонок за позвонком. Опускаемся вниз. Подтяни колени к груди. Расслабься, покачайся из стороны в сторону. Подыши, глубокий вдох, глубокий выдох. И переворачиваемся на живот. Угу. Руки у нас рядом, находятся по двум сторонам от коврика. Угу. Выравниваем стопы. Направляем пятки в потолок. Стопы у нас на ширине таза. Мы не косолапи. Колени смотрят вниз. Пятки смотрят вверх. Голова у нас лежит. Что мы сейчас будем делать? Мы ладони кладем тыльными сторонами на поясницу. И локти кладем на пол. Надеюсь, меня слышно. И сейчас у нас будут бабочки. Локти стремятся навстречу друг к другу. И расслабляемся. Расслабили, сделали вдох. И на выдохе постарались свести локоть с локтем. Понятно, что это невозможно, да? Но насколько у нас получается. Вот сюда выдох. И вот сюда вдох. Еще 4. И расслабились. Еще 3. Расслабились. Еще 2. Хорошо. И последний раз. Отлично. Угу. Теперь правая рука у нас касается расстояния между лопатками. Левая осталась лежать у нас на пояснице. Меняем. Теперь левая у нас между лопатками, правая тыльной стороной на поясницу. Поменяли. Поменяли. Дышим. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Угу. Еще 4. Еще 3. 2. 1. Отлично. Отлично. Хорошо. Руки убираем. Кладем ладонь на ладонь и лоб кладем на ладони. Ноги мы, у нас колени прямые, поработаем сейчас ногами. Колени у нас прямые. Мы делаем вдох на выдохе, поднимаем стопы вверх с прямыми коленями. Опустили вниз, вдох. Угу. И наверх, выдох. Еще вдох. И выдох. Умничка, отлично. Еще. Еще 5. Хорошо, тяни далеко от себя стопы.
Еще 4. Колени не сгибай. Угу. Напрягай ягодицы. Еще 3. Еще 2. Выдох вот сюда. И вдох. И еще 1. Выдох. И вдох. Хорошо. Расслабились, полежали. Я пока вам расскажу, что мы делаем дальше. Дальше мы поднимаем ноги и вводим вверх, вниз, не опуская на пол. Выдох, вверх, вдох, вниз. Но мы не опускаем. Выдох, вдох. Угу. А теперь вместе со мной. Подняли и поехали. Тяни вверх. 10. И вниз, вдох. 9. Выдыхай. 8. 7. Расстояние между стопами оставь. И наверху, и внизу одинаковое. Угу. Еще 5. 4. 3, 2, 1. Хорошо, молодец, расслабились. Дышим. И ставим ладони по две стороны. Ну, вот около груди примерно. Локти у нас находятся на весу. Голова лежит. Что мы сейчас делаем? Мы руками как будто отталкиваем коврик от себя и проталкиваем его вперед. Макушка у нас тянется в угол потолка впереди стоящей стены. Угу. Вот сюда расслабились, сделали вдох. На выдохе толкаем пол от себя. Выдох, делаем разгибание позвоночника. Ага. Еще делаем вдох. Тянись макушкой, взгляд перед собой. Еще 3 раза. Выдыхай. Тяни, толкай. Ага, еще 2. Хорошо. Вот сюда. Плечи у нас, напоминаю, всегда внизу. Последний раз. Хорошо. И теперь наше переразгибание нам нужно скомпенсировать. Уходим. Назад, кладем таз на пятки. Руки можно оставить впереди. Можно убрать в позу ребенка. Можно подложить под лоб и дышим. Глубокий вдох и глубокий выдох. И еще вдох и выдох. Еще 4, 3, 2, 1. Ложимся на правый бок. Правая рука у нас прямая. Левая ладонь в районе груди опирается на пол. Макушку, лопатки, таз выровняли по задней стороне коврика. Угу. Пятки у нас тоже сегодня выровнены по задней стороне коврика. И у нас помещается, напоминаю, ладонь между нашим боком и ковриком. Что мы будем делать? Нижнюю стопу поставили на носок. Угу. Поднимаем верхнюю ногу, тянем к ней нижнюю, опускаем обе вместе вниз. Сюда, сюда, опустили. Сюда, сюда, опустили. Сохраняй арку внизу. Сюда, сюда, опустили. Еще 3. Угу. Еще 2. И вниз. И еще 1. И вниз. Хорошо. Вырастаем на локоть. Выталкиваем себя наверх. Угу. Правая. Правая рука у нас за головой. Левая. Не угадала, левая. У нас таз, локоть, пятки на одной линии. Мы делаем вдох на выдохе. Толкаем таз наверх и голень поднимаем до параллели с полом. Опустились. Вдох. И выдох. В плечо мы не проваливаемся. Вот здесь мы вот так не делаем. Вот они, мы прямые лежим. Давай еще. Угу. Еще 4. Локоть в потолок тянется. Еще 3. Толкай себя. Хорошо. Еще 2. Выдох. Вдох. Дыши. Выдох. И вдох. Хорошо. Мы молодцы. Меняем сторону. Теперь у нас левая рука прямая, правая в районе груди, опирается на пол. Ноги прямые, вытянулись вдоль дальнего края коврика, который у нас сзади. Слегка приподняли нижнюю ногу, угу, на носок
И у нас проверили. Есть у нас арка. Убрали плечи от ушей, вытянули позвоночник. Подняли, подняли, вниз. Подняли, подняли, вниз. Еще, еще и вниз. Хорошо. Продолжаем. Угу. Вверх, вверх и вниз. Вверх, вверх и вниз. Не болтаемся. Угу. Еще один раз. Хорошо, отлично. Вырастаем на локоть. Колени у нас согнуты, пятка, таз. И локоть у нас выровнены по заднему краю коврика. Правая рука за головой. Угадала. Сегодня у меня вообще какая-то дезориентация идет в пространстве. Хорошо, главное, что делаю правильно. Подняли таз, подняли голень. Опустили. Угу. Делаем вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Стараемся пяткой попадать на пятку. Угу. Выдох, вдох. Не проваливайся в плече. Толкни себя наверх. Угу. Локоть тянется в потолок. Шо, еще три раза давай. Выдох, угу. И вдох. Я буду за тебя кряхтеть, давай. Выдох. И вдох. И еще один выдох. Ага. И вдох. Прекрасно. Ложимся на спину. И руки кладем в стороны. Стопы у нас стоят на полу. Смотрим на правую руку. Колени кладем в левую сторону. Расслабляемся. Возвращаемся. Взгляд в потолок. Стопы стоят. Смотрим на левую руку, колени кладем вправо. Хорошо, вернулись. Угу. Еще поменяли. Старайся, чтобы лопатки у тебя оставались лежать на полу. Обе лопатки лежат на полу. Поясницу расслабляй, колени расслабляй. Давай еще по одному разу. Угу. Хорошо. И еще один. Отлично, мы молодцы, я считаю. Колени подтянули к груди. Делаем вдох и толкаемся ногами вперед. Выдох. И сделаем, давайте немножко потюленим. Повеселю вас к концу занятия. Садимся. Это почти как мяч. Помните вот это упражнение? Мячик, да? С круглой спиной делаем. Здесь тоже у нас спина круглая. Берем, смотрите, стопы у нас стоят, руки помещаем внутрь, угу, и берем себя вот здесь за стопы. Хорошо? Берем себя за стопы с круглой спиной. Откатываемся назад, делаем вдох. И вот здесь выдох, выдох, выдох. Еще вдох, тюленем. Выдох, выдох, выдох. Еще два раза. Давай еще один раз. Выдыхай, 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 выдыхай. Хорошо, отлично. Расслабляемся. Угу. Садимся лицом ко мне. Да, колени в крест. Кладем правую руку. Угадала. Правую руку мы кладем на пол. Левой себя накрываем. Оттолкнулись, закрутили ребра. Давайте повторим пройденный материал. Плечи убрали вниз, грудью потянулись вперед. И подбородком тоже не вот так вот тянемся, а просто разверните его параллельно полу. Ну вот, если бы вы стояли вертикально. Угу. Вырастаем. Хорошо. Правой рукой цепляемся за левое колено и закручиваем себя тыльную сторону левой ладони. Можно положить на, вот сюда себе на спину и закручиваем себя наверх. Опускаем снова плечи вниз, тянемся макушкой. Расслабляемся, кладем ладони на колени и потянулись лопатками назад. Выросли. Хорошо, меняем скрещение ног и делаем на левую сторону. Левая рука. Наклон, закручиваем себя, опускаем плечи вниз, грудью потянулись вперед. И подбородок просто направь ко мне сюда. Угу. Хорошо. Хорошо. Убираем правую руку, левую руку тыльной стороной кладем за правое колено, правую руку
кладем тыльной стороной на спину. То есть мы сюда закручивались, закручиваемся вот сюда, сторону меняем. Закручиваем себя руками, опускаем плечи вниз. Макушкой тянемся наверх, подбородок параллельно полу. Ага, еще 4. Шея свободная. У него вот сюда у нас подбородок, а шея свободная. Еще 2. 1. Аккуратно раскрутились. Положили ладони на колени и потянулись лопатками назад. Плечи опускаем вниз. Хорошо. И расслабляемся. Раскручиваемся наверх. Ставим стопу. На колено кладем ладонь. Другая ладонь у нас на полу. Раскручиваемся наверх. Угу. Выравниваемся. Делаем глубокий вдох. И глубокий выдох. Еще вдох. И выдох. Еще вдох. И спокойный выдох. И можем себе поаплодировать. И не знаю кто как, ну а мы с вами большие молодцы. До следующих встреч. Пока.